трех поросят, трех поросят. Это история трех поросят. Однажды давным-давно домики были у трех поросят. Три дома в ряд, домики были у трех поросят. Однажды давным-давно мой домик сделан из соломы, мой домик сделан из дерева, а мой домик сделан из кирпича. О, нет! Волк подошел к домику и сказал: «Пустите меня! Пустите меня!» «Нет, ни за что! Не пущу я тебя! Нет, нет, нет!» «Ах так! Я тогда буду сильно дуть, громко дуть, сильно дуть! Я тогда буду сильно дуть, и домик сдую твой!» Подошел к домику и сказал: «Пустите меня! Пустите меня!» «Нет, ни за что! Не пущу я тебя! Нет, нет, нет!» «Ах так! Я тогда буду сильно дуть, громко дуть, сильно дуть! Я тогда буду сильно дуть, и домик сдую твой!» Подошел к домику и сказал: «Пустите меня! Пустите меня!» «Нет, ни за что! Не пущу я тебя! Нет, нет, нет!» «Ах так! Я тогда буду сильно дуть, громко дуть, сильно дуть! Я тогда буду сильно дуть, и домик сдую твой!» Удивил. Так делать нельзя, делать нельзя. И фермер взял и волка прогнал, и спас наших поросят. Вот и вся история трех поросят, трех поросят, трех поросят. Вот и вся история трех поросят. Однажды давным-давно, однажды давным-давно, однажды давным-давно. Ha 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 ha!